Посмотрите на меня в камеру, не смотрите, хорошо? Мне с этой стороны? Да, да. Вас как зовут? Я узбекский. Как вас зовут? Меня зовут Даурон. Как? Меня зовут Даурон. А вас? Василий Валерьевич. Скажите, пожалуйста, ну как, вот не стыдно на бабушку-то на беззащитную было? Я парк-то стал с утром. Ты карманы бабушки, шпионы туда. Я бабушке, помогите, я бабушке помогу. Вы помогали бабушке? Да. Как? Я. Как? Бабушке. Ты уволил, шпионил. А вы расскажите, как все было? Я шпионил. Я ничего не шпионил. Вот сами посмотрите, да. Вот, да. Потому что у меня есть бабушка, да. У меня есть крестная, да. Здесь вот, да. Вот здесь, да. Буквально, да. И вот здесь буквально получается так, нахуй, да, то, что они мне пьют, все, оп, и все. Вы у бабушки сумку хотели отобрать? Нет. А как так получилось? Вот так получилось. Ну как, вас просто так задержали? Вот так, нет, да, просто так. Просто так? Да. А бабушку тоже просто так на улице нашли? Да. Как было все, расскажите, вот с ваших слов. Вот шли вы по улице, гуляли, на вас и вас задержали сотрудники ППС? Да. Вот расскажите, как было. Нас задерживают, считай. Вот, да, считай. Он говорит то, что там бабушку, да, там все, ага, все, да, считай, да. То, что у них, считай, денег, считай, нету, да. У них, считай, регистрация нет ничего. У него, считай, здесь нет ничего, да. Получается, нет регистрации, ничего нету, да? Получается, вот так вот, да? Он думает то, что он от этого уйдет. И все, вот так вот. Вы считаете себя виноватыми в том, что произошло? Нет. Не считаете? Нет. Как вы вообще с этой бабушкой, как вот вы встретились на улице? Как все было? Я вообще даже не видел, до сих пор не вижу. Кого? Бабушка. А у вас были судимости ранее до этого? Были. За что? Да. За, получается, за этот... За кражу? Да. Нет, не за кражу. А за что? За судимость. Судимость за судимость у вас была? Да. Что вы совершали до этого? Какие преступления? Кража. А в этот раз была кража с вашей стороны? Хотели? Нет. Понятно. А вот человек вот этот не говорит вообще по-русски? Нет, ничего не говорит. По-русски не знаю. Бабушку обидели? Бабушке, помогите. Вы помогли бабушке? Бабушке, я помогите. Вот. Да. А он злоумышленник, а вы помощник? Ты карманы? Да. Парки. Я? Куда? Опасно. Все? Понятно. Нет, родные. Нет. Сами посмотрите. Да. Этот человек, да. Не россиянин, да? Нет. Сами смотрите. Вы знаете его вообще? Нет. Вы знакомы? Нет. Вы не знакомы? Я не знаю вообще. Я его вообще не знаю. Он, да. Он вообще и меня не знает, и никого не знает, да? Он, да, человек, да. Нелегальный человек, да? Да? То есть вы не знакомы? Mm-mm. Все понятно. Спасибо.